Всем привет, с вами Челси, и сегодня я снимаю 100 рублей челлендж. Какие сюрпризы я смогла купить сегодня в своем городе на 100 рублей. Это уже второй выпуск этого челленджа, и здесь я купила опять 3 сюрприза. Вот это яйцо, оно, сразу говорю, не было, оно не продавалось сюрпризом вместе. Я его просто так поставила, чтобы он не был совсем без пакетика и без всего. И давайте начнем вот с этого яйца. Стоило оно 30 рублей. От Шоки-Токи напугайка. Здесь такие вот кролики с большими зубами. И здесь попадаются прилипучки, ужастики. Очень классные. И давайте откроем этот киндер, это яйцо. Тут идет вот такая вот желтенькая капсула. Давайте откроем. Вот такой вот здесь у нас идет вкладыш с разными монстриками, напугайка. И здесь собери всю коллекцию монстриков. Здесь вот такие вот виды монстриков, но также они встречаются и в разных других цветах. Не знаю точно сколько их. Давайте посмотрим, кто нам попался. И нам попался вот такой вот монстрик-прилипучка. Такие прилипучки были еще в Дикси, Стикизы, еще где-то, еще вот в Конфитрейде, в Чупа-Чупсе. Вот такие вот, в общем, прилипучки. У них есть присоска, и их можно куда-нибудь прилепить. Это такой одноглазый чудик, он какой-то коричневатый, и, в принципе, качество этой резиновой фигурки мне очень понравилось. Давайте его сюда прилепим. И да, действительно, он отлично прилепился на это яйцо. Ну и давайте тогда сейчас откроем вот эту шипучку, она стоила 20 рублей. С ам-нямом из игрока дроп, шипелка, яблоко. Там идут 2 пакетика с шипучками и стикер с ам-нямами. Сзади вот так выглядит, собственно, этот пакетик. Давайте посмотрим, какой нам попался стикер. И здесь у нас было 2 пакетика с золотых вот с такими шипучками яблочными. А также сам стикер на голубом фоне. Это вот такой вот милый ам-нямчик. Греческий, какой-то он немного недовольный, но в целом качество стикера мне очень нравится. И вот сам очень классный. Давайте сюда положим и откроем вот это вот яйцо. Яйцо, да, в комплекте не шло, давайте открывать. И здесь у нас игрушка из новой серии Макдональдса Гумбафс. Давайте сейчас уберем это яйцо обратно, чтобы оно стояло, украшало фон наш. Ну, яйцо мое. И вот такая вот нам попалась собачка. Она кругленькая по типу зубов идет. И это щенок Дигби. У нее здесь на шее такой вот желтый медальон. И сама она очень милая. В принципе, на вид очень классная игрушка. Стоила она 50 рублей. Голубенькая такая, как шарик. Вот как зубов именно. И давайте сейчас я вам покажу секрет этой игрушки. У нее открывается рот. И в этом рту много вот таких вот зубов, а также язычок. Это все вот так вот реалистично двигается, и рот такой розовый. Выглядит даже как-то устрашающе. Ну, не знаю, можно поиграть с стоматолога. Можно сделать вот так. И в целом очень классная игрушка. Пока не поняла немного ее смысл. Но, в принципе, она здоровская, классная и классно выглядит. И вот коробка Happy Meal Макдональдса. Челюсть отвиснет. Здесь приведены варианты игрушек. Всего 24 игрушки в коллекции. Здесь вот еще раз разные фигурки. И, в принципе, сама серия мне очень нравится. Яркая летняя. Вот такие вот здоровские игрушки мы смогли найти в этом выпуске. Это все я купила, напоминаю, на 100 рублей. И сегодняшние сюрпризы меня даже порадовали больше, чем в первый раз. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, напишите приятный комментарий. И всем пока, с вами была Челси. Всем печенек и добра! Yeah.